Не пугайтесь меня, это маска, да. Я же ведь покупала недавно масочку. Вот, и решила попробовать, вот как видите. Вот. Не знаю, подходит ли она мне по функциям, которые были написаны. Потому что я так взяла, но как бы она, ну, практически очищающая, но не совсем. Как бы я не знаю, подходит на меня или нет, но я еще пробую. Ее как бы нужно раз в неделю или два раза в неделю. Я делаю два раза или раз в неделю. Вот, так что нормально. Нужно держать ее 15-20 минут не до полного высыхания, поэтому нужно наносить много слоев. Вот, и нужно делать до сметанной консистенции. На самом деле у меня не всегда она получается, в этот раз получилось. Так что это прикольно. На самом деле не очень сильно удобно, мне кажется, у меня сейчас все развалится. Вот так мы подготавливаемся к работе, да, завтрашней. Буду потом выбирать одежду, в которую завтра пойду. Мне уже тяжело на самом деле говорить. И, короче, я уже провела трансляцию. Трансляция понравилась. Ну, как бы, знаете, в рабочие будни, когда все работают, нету наших людей постоянных, только приходят какие-то новенькие, поэтому особенно не русскоязычные, с ними труднее говорить и вообще практически не разговариваем. Что-то там пишут, а я так молчу просто, типа, ну, дальше продолжаю танцевать и все, потому что это реально очень тяжело. Не знаю, на самом деле... Решила теперь снимать так, потому что подумала то, что если смотреть с компьютера, это реально неудобно. Ну, потому что формат другой. Поэтому посмотрим. Надеюсь, то, что так я привыкну, потому что я просто не привыкла так снимать. В общем, все, завтра уже на работу. Сейчас уже у нас вечер. Я подготовила одежду, в которую я завтра пойду. Ну, в общем, как бы... Просто, понимаете, если как бы мы работаем на такой работе, где нужно убираться, то нужно как-то подходящая одежда. Я, знаете, я не выбираю. В чем я хожу по улице, в том я и хожу на работу. Как бы я там не переодеваюсь в какую-то там специальную одежду, которую не жалко. Мне чисто в чем не нравится, в том я и работаю. Независимо от того, какая это одежда и типа там новая, наплевать. Просто я работаю все, потому что я недавно вот эту одежду, которую заказывала, с Василька, мне очень понравились штаны. И понравился это вот, ну, комплект майка, это вот штаны. И поэтому из-за этого я очень сильно люблю этот комплект. И даже если как-то я его хочу беречь, я его не буду беречь, я все равно буду везде в нем ходить. Я в нем везде шастаю, хожу, стираю, глажу, ухаживаю, так сказать, за вещи, потому что мне очень понравилась, она такая нежная, идеально сидит. Вот, и, наверное, на работу завтра пойду в ней же. Вот, поэтому такие вот дела. Что еще могу сказать? Работа есть работа, все, надо привыкать, вставать утром, рано и все остальное. Да, как видите, я уже сняла маску. Вот буду привыкать теперь так. Он говорит, типа, купи себе штатив, ну, как бы такой специальный-то, вот, чтобы в нем было, ну, как бы нормально ходить, чтобы как бы ты не трясла камеру и все остальное. Ну, посмотрим. Я буду привыкать к такому формату, потому что я, на самом деле, что-то как-то тупанула и снимала все эти видео, ну, по-другому как-то. Я поняла то, что реально на ноутбуке это странно смотрится. Вот, на телефоне, конечно, идеально смотрится, а вот на ноутбуке странно, поэтому я буду теперь привыкать к такому видео. Видите, я подготовилась к работе, мне даже бровки выщипала, представляете? Да, все-таки на работу живите. Вот, что могу я сказать про отпуск? Ничего, ребята, не могу сказать про отпуск этот. Это обычный такой домашний отпуск, когда ты просто посвятила его целый месяц, ты посвятила его только трансляциям. Если бы не трансляция, я не знаю, куда бы себе делать чисто. Поэтому спасибо трансляциям. Вот, и как бы дом, сад, уборка. Чисто, я не знаю, чисто так обычно и все остальное. Еще, кстати, ко мне залетела денежка, донат. Я не буду говорить, в общем, от какой-то Веры, но я не знаю на самом деле, потому что нам обычно в прямом эфире дают эти деньги, и мне дали после эфира, когда я уже закончила, и мне дали, в общем, эти деньги пошли опять же у меня на гитару, у меня уже 180 рублей, или даже 180 с чем-то, ну, плюс-минус, как мне, неважно, в общем, 180 рублей, практически 190, и, в общем, копим потихоньку, торопиться с этим не буду, только меня припугивает то, что сейчас все разносят информацию о том, то, что, типа, 20 сентября всех посадят на карантин, и, типа, в общем, будет какая-то жопа.
Я не знаю. Понимаете, бывает так, что один сказал, другой разнес, и это такая как ложная информация. Но, естественно, все будет понятно только лишь в сентябре. Как и что, я, честно, не знаю, потому что если, допустим, закроют там какие-то рестораны, скажут опять сидеть дома, то как бы я не успею купить гитару, а мне нужно ее купить, потому что я хочу научиться. И поэтому мне надо до сентября реально накопить. Как я накоплю такими путями, честно, сама даже не знаю, потому что, ну что, у меня сейчас только 100, ну, вообще, давайте округлим, 190 рублей. Окей, август, да, ну, давайте так сказать, опять же, округлим, август начинается, ну, плюс-минус, да, как бы еще до августа несколько дней, но будем считать то, что вот эти вот дни и еще плюс август месяц и до сентября, ну хотя бы до 20 сентября, как бы еще такие дни, как бы бонусом для накопления. Не знаю, как что будет, надеюсь, то, что это просто так сказали, без всякой там, ну типа точности такой информации, просто так ляпнули и все, поэтому посмотрим, что будет в сентябре. Вот оно, ребят, доброе утро. Я одела, во-первых, по-разному носки, а во-вторых, из-за торопления я практически сейчас умывалась, все на себя пролила. Так что к работе привыкать очень трудно. В общем, сегодня я поеду с сумкой уже, потому что я буду оставлять телефон, а я не доверяю портфелям. Вот, и еще сам факт того, что сегодня очень сильно классно. У меня очень сильно много пенки, но все уже, крем уже на исходе. То у меня крем держится очень долго, я даже иногда удивляюсь, а иногда вообще быстро. Хотя я также вот чуть-чуть на пальчик, так сказать, чуть-чуть чик, на лицо чик, и все, а все быстро. Да, в общем, папа сейчас пошел этот бриться, тут у меня бритва лежит, вот, тут у меня, я припасла, потому что мне очень сильно понравилось, что смотрел видео с уборки, я ее оставила для браслетика, всякого такой хрени, да, мелочи. В общем, вчера, когда с газом были проблемы, я аж даже мама сказала, что я паспорт на всякий случай взяла и прямо выхватила, поэтому сейчас обратно все буду ложить в эту сумку. Да, на самом деле это утро, это пипец, на самом деле. У меня еще в глазах просто, знаете, ощущение, я не знаю, я таким крепким сном спала, то, что я даже не ощутила все счастье сна, я его не ощутила. Я просто как-то уснула и проснулась. Как-то, знаете, все так быстро произошло. Так, вроде больше здесь ничего у нас нету, кроме флешечки. В общем, флешку я положила вот сюда, все положила, расческу я вообще сейчас не беру, потому что, ну, на работе надо быстренько. Так, и тут у нас лежат маски. Так-то у меня в кармане есть маска. Вот, кстати, я помыла это все, чтобы вы понимали, я это не снимала, потому что не решила снимать, так как, ну, как-то я не знаю даже, почему я не снимала, но, в общем, тут уже все помыто. Ну, как бы, кроме стекол, идеально отполировать не получается, потому что у нас не было тряпки, там всего специальных так, всяких средств. Просто водичкой так чуть-чуть хотя бы, чтобы не было пыли, промыла посуду, видите, как она, ну, так проблескивает. И вот я, наверное, надену эту маску. На самом деле, мне очень жарко, но так как там сейчас пыли очень сильно будет много, эта маска хотя бы больше, мне кажется, защитит от пыли еще как бы плюсом. Ну, вот. Так что, как видите, чистенько, более-менее. Пылиться эти штуки очень сильно быстро, на самом деле. Ну, просто я их не... Вот недавно их помыла, а они уже все пыльные. Я свою взяла. Две взяла, потому что они уже настолько старые, что нужно помыть. Я тоже взяла две. У меня одна такая, два это. Чтобы он купил новые. Угу. Уже сколько можно их стирать. Из меня уже
сюда зайти. Да. Да, я уже не смогу, честно. Мы, блин, отработали. Надо заходить. Погоди, у нас здесь есть вроде моющие, нет? Я не знаю. И обувь туда. Или зайти потом, когда пойдем в пятницу. Сюда сначала зайти, взять моющие и туда отнести. Сейчас посмотрим, есть здесь моющие или нет. Почему? Вроде был один. Или надо прийти. Короче, ребята, это капец. Мы сегодня еле-еле вымыли то здание. Очень сильно устали. Я хочу домой. Но, как видите, надо еще мыть это здание. Вот, дали ключики. Вот, ключики дали. И я даже забыла просто за это время, когда мы были в отпуске, я абсолютно забыла, чего, как там, как открывается эта раздевалка, именно какой номер раздевалки. В общем, полнейший капец. Короче-то... Ой, господи. В общем, 108. Как бы нам не дали и от мужского, так и от женского. Поэтому я за время отпуска реально забылась. И сегодня очень сильно трудно нам было что-либо делать. Очень много грязи, и я очень сильно устала. Настолько устала, что... Ну, с непривычки это, естественно. Так что привыкать очень сильно сложно к работе. Да. Но здесь нам на самом деле поменьше как бы работы, чем в прошлом здании. Так что все, работаем. Все, ребят, мы сейчас закончили. Значит, мне сейчас придется опять идти в то здание. Это очень так-то далеко, но когда устаешь. И, в общем, я буду относить средства туда нам и ключи. Так что это капец. Да, это женская, кстати, раздевалка. Там мужская, это женская. Мне дали от мужской, от женской, потому что я забыла. Я вообще забыла номер раздевалки. Это классно. Вот так вот она выглядит. Ну, там душевая кабина и все остальное. В общем, вот так вот все это выглядит. Да, привыкаю теперь к такому формату. Потому что он мне нравится, но с таким форматом реально нужен стабилизатор. Чтобы было как-то лучше. Очень сильно удобно, в нем не устаешь как-то, знаете, ну, оно настолько легкое, то, что ты его не чувствуешь. Реально. Вот тут у меня еще одна маска. Я больше не буду одевать эту маску. Я ее одеваю вот швом сюда, потому что если я ее буду одевать по-другому, этот шов будет мне тупо царапать нос. А так нормально. В общем, она очень сильно тяжела для работы, она очень такая... Поэтому я не буду одевать один белую, но в белую уже там тоже уже нужно менять. Сейчас опять придется ехать домой, это все стирать, маски, все остальное. Вся вспотела. Вот. Так что после отпуска очень трудно привыкать к работе. Да, тут у нас, если вдруг кому-то интересно, стоит швабра, вешалка и там, ну, одежда. Как бы тут тапки и все остальное. Вот. Тут ключи. Ну, так обычно. Обычно быстренько переодеться и пойти работать. Вот. В общем, все, мы закончили. Я отнесла ключ. У нас начинается мелкий дождь. Что это капец. Видите, дождь сейчас очень сильно... Врачу камерой, потому что я просто тороплюсь, я хочу домой. Да. А, капец. Уже, ну, совсем чуть-чуть как бы мелкий капает. Вот. Стоит. Нет. Да, я уже чувствую, что дождик.
Наконец сейчас сниму маску при выходе и вдохну воздух. А я, ты думаешь, я что-то не потная? Начинается просто вечер уже. Просто, знаешь, сначала показала то, что жарко, честно. Да. Доставай. Так вот. Наконец-то я сняла маску. Ой, капец. Так тяжело, естественно, так тяжело. Ты... Очень. А, да, листопад. Да-да, мы сейчас уже дома. Я вымыла маску. Короче, у нас сейчас огромнейший ливень, мы успели, я успела доснять момент, когда мы выходим из работы, потому что, ну реально, уже капал дождь, поэтому мне очень сильно повезло. В общем, сейчас мама пошла в душ, потому что мы очень сильно вспотели, мне так и так придется еще проводить трансляцию, поэтому я потом, после трансляции, пойду уже в душ уже окончательно, вот. На самом деле, очень много израсходовала энергии на работу, потому что... Отпуск был месяц, ты настолько привыкаешь сидеть дома, гулять, снимать трансляции, настолько расслабляешься. И, конечно, восстанавливать опять заново именно работу, рабочие какие-то дни и все остальное очень трудно. Но нам везет тем, что мы завтра не работаем, то есть у нас как бы день через день. То есть мы день делаем там и там, в двух зданиях, и потом уходим на один день как бы выходной. Но завтра нам еще нужно ехать, блин, и писать то, что мы приступили к работе. То есть мама приступила к работе. Это на самом деле тупость, но таковы правила. Мы должны завтра ехать, и мама будет подписывать то, что мы типа приступили к работе. Я говорю то, что мы, на самом деле она. Как бы я подрабатываю, ей просто, так сказать, помогаю. И вот, потому что там только с 18 можно, но, честно, я не очень. Как бы я чисто помогаю, и все. Да. В общем, на самом деле очень трудно снимать этот в таком формате видео. И извиняюсь, то, что я трясла камеры, когда шла, потому что я шла очень сильно быстро, уже чувствовала дождь, поэтому я пыталась как-то побыстрее ускориться, еще хотела очень сильно домой, потому что, ну, для меня был первый раз отпуск, потому что... Начала работать с 2019-го, где-то летом. Ну, блин, почему сейчас? Вот, видите, да? Поэтому, как будто, что я начинала работать 2019 летом, в общем, я работаю уже год с чем-то, вот, поэтому, как бы для меня это первый отпуск был, и первое, так сказать, послеотпускное, в общем, поэтому это был такой первый день после отпуска, когда я выхожу на работу с абсолютно не привыкшей к работе, так что это для меня такое вот новое, да. Вот, так что будем привыкать к этому, да. Завтра поедем, и все. В общем, что у нас есть покушать, ребят? Могу сказать, что пока что ничего. Такого сверхъестественно вкусненького там как бы нету, кроме вот у нас, короче, там хлеб белый-черный и бубики.
Ну, в общем, котлеты, давайте так, чисто по-русски котлеты. Да, как мама любит делать в подливе, и я обожаю в подливе, когда кетчуп смешивают там, в общем, такая фигня. И, в общем, это очень сильно вкусно, на самом деле, но как бы много тоже этим нельзя, так сказать, употреблять этого. Вау. У нас там такой дождь, это капец. Да, весь хлеб, который мы отдали птичкам, он размокнет. Тут, короче, есть такой голубь. Он просто, ну, ужас, реально. Он любит, короче, отгонять всех. Он, ну, короче, мы его запомнили. Он такой черного цвета, такого прям грубого черного такого. Он очень грубый и злой, этот голубь, потому что он никого не пускает к своему хлебу. Посмотрите на этот бедный хлебушек. Ну, это, в принципе, не хлеб, это тот самый пирог, который мы как бы оставили. Ну, вы смотрите сами. Это ж пипец. И мне пришлось было отдавать, короче, последний хлеб, который должен был быть нам. Я отдала его птицам, потому что мне стало их жалко. Он настолько злой, он настолько их отгоняет от этого вот, блин, несчастного. Просто посмотрите, такого. Ну, он очень сильно вкусный, запах просто манит, но так как он не прожарился, не про... ничего, не, точнее, не прожарился, а... В общем, он не сделался до конца, поэтому, естественно, пришлось было выкидывать. Вот. Поэтому голуби даже боятся просто его есть, потому что они знают, что эта булка большая и принадлежит только лишь одному голубю, черному. Да. Вот видите, там у нас машинки красивенькие всякие ездят. Да, и вот такой вот вид, дождик. Вот. Эти все лежат, лежит. А, надо потом опять мыть ковер, прибираться. Ну, в принципе, наверное, сегодня не буду прибираться. Я сделаю чисто трансляцию и все. У меня здесь я поставила сумку. И в чем прикол? У меня в этот раз не уместилась моя колонка, так сказать. Я теперь называю это не микрофон, а колонка, потому что она мне очень сильно помогает на трансляциях. Да, в общем, использую теперь этот лак. Я его уже не первый раз покупаю, и до сих пор его еще раз покупаю. Вот эти мои волосатые ручки. Но могу сказать, то, что это работает, это идеальное средство, если вы хотите, если у вас, допустим, не растут ногти, а растут только, так сказать, искусственным путем, то это лучшее средство, мне так кажется. Я его не первый раз уже использую с 2018 года, и оно мне очень нравится. Блин, такая майка дурацкая, ничего не прикрывает, так что извиняюсь. В общем, вот такой у меня влог сегодня получился. Надеюсь, такой формат всем понравится. Я буду привыкать к этому формату видео. Какого-либо стабилизатора или просто селфи-палки, потому что рано очень трудно. Поэтому буду привыкать пока что вот так вот, аккуратно. Да, всем пока. Всем хорошего дня, утра, вечера. Вообще просто всем всего хорошего. Всем спасибо и всем пока.